США рассматривают возможность разрешить Киеву удары по объектам на территории России с помощью американского оружия. Об этом сообщает издание «Политико». По словам источников газеты, Байден и его администрация все больше обеспокоены продвижением российских войск на Харьковском направлении, а также неспособностью Киева отражать атаки на второй по величине город Украины – Харьков, говорится в публикации. Пока решение не принято, но офис Байдена близок к отмене ограничений. А в одном из внутренних документов администрации говорится, что запрет Вашингтона на использование американского оружия существенно сокращает эффективность поддержки союзников. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что Штаты не поощряют удары по объектам на территории России, но в то же время признают за Киевом право на самостоятельное решение о том, как эффективнее защищаться. Он отметил, страны Запада адаптируют стратегию поддержки Украины к изменению ситуации на поле боя и предоставят Киеву все необходимые вооружения.